Аньонас, я Яравон, Салем Достар. Привет, ребята. Всем привет. Я полумертвая, как обычно, продолжаю реакции делать. Не накрашенная никакая вообще, в чем мать родила, в том мать. Ну, не совсем, в чем мать родила. В общем, следующая заявочка у меня. У меня их так много, что мне уже немножечко тяжеловато. Говорить буду полушепотом. Кто не смотрел предыдущее видео, объясняю, почему. Потому что я болею, и чем громче начинаю говорить, тем, короче, начинаю закашливаться. Поэтому лучше, если я буду говорить спокойным, тихим голосом. Вот, все. Заказали заявочку Буйра, МДИТ. Да. И еще. Ладно, это потом уже следующая заявка будет. Следующая заявка. А может, несколько клипов в одной сделать. Ладно, давайте попробуем несколько клипов в одной, если не заблочит. Если что, придется потом разделять. Погнали. Буйра МДИТ. Так, я поняла, это мальчик. Так, кверх ногами я очень не люблю смотреть, потому что у меня сразу сворачивается шея. Ох ты. Такие роза. Блин, их много, да? Нет, немного. Два. Локация классная, это девочки просто. Ой, мальчики, красивые, как обычно, господи. Ой, какой ты шикарный. Похож на Джастина Тимберлейка. Нет, мне показалось, здесь не очень похож. Музыка? Так по-русски музыка. Этот мальчик очень красивый сбоку. Так, блин, наверное, тут есть субтитры, нет субтитров. Забудь о них. Ох ты. Еще тестик компьютерная графика. Он похож одновременно на Джастина Тимберлейка и одновременно на... Господи, дай бог памяти. Самуэля из корейской. Он... У него помесь бразильского, по-моему. Или что-то, короче, испанского и корейского. Вот он прям такой же красивый. У него специфическая внешность, как будто он мулат. Ну, как мулат, это же метисы. Метисы, господи. Как классно. Трон у него. Блин, зачекай, он левый такой. Так, тихо. Он маленький. Ты видишь, что он маленький? Так, песня. Надо песню слушаться, а то я что-то на мужиков тут залипаю полчаса уже. На мальчиков. Какие-то мужики. Там дети. Красивые. Такие глазки. Зеркала. Тут, наверное, есть какой-то сюжет, судя по всему происходящему, но мне пока тут должно не вникнуть. Водичка. Блин, опять, наверное, холодрыга была, когда по этой воде ползали. И что такое, а? Тоже решил, слишком много внимания отнял вот этот мальчик, да ты такой, типа, ты посмотри на меня и поймешь, что я тоже ничего такой. Да, хорошо, я заценила, расслабься. О, блин, опять они в воду падают. О, как я не люблю, когда они в воду падают, это так страшно. Ладно, если ты плавать умеешь, а если нет. Я вот не умею, поэтому не страшно это все. Да, ладно, оба хороших мальчика. Да, он, в принципе, и раньше, блин, он просвечивающий. Так, тихо, смотри клип. Ой, маленький, давай всплывай быстренько. О, всплыл, платье, господи. Блин, клипы не сняли, если бы он не всплыл, да? Так. Походу еще одну песню добавлю. Буйра, да? Угу. Так, ладно. Чуваки, стойте. А, масочка. Угу. Это ты, значит, скрывался у нас под маской, да? Под маской демоненка. Блин, я, конечно, попробую сделать еще одно видео, потому что заказал один человек. Я обычно делаю заявки одного человека в одном видео. Табу. Так, Divine Taboo. Я не знаю, что это за группа. Я вообще ни одной группы не знаю. Ну, сейчас, кроме 91, Tennis, Seventeen. Вот Seventeen я как раз не знаю. Seven Light. И
И мы думаем, так, все, девайн табу, погнали. Я не знаю, женская, мужская группа, что это вообще? Так, ух, у них есть символ свой. Прикольный, кстати, символ. Ух ты, ключики. Куда вы направились? Так, понимаю, молодые люди, судя по обуви. Бейсболочка. Сюжет какой-то, да. Ой, там у него на глазу был... Блин, мое внимание к деталям. Была повязка. Ой, да я думала, птичка в клетке, нет, там свечи. Такой типа... Так, что-то здесь сюжетное какое. Так, давайте мне... Так, время на быстрой перемотке. Сейчас они, походу, куда-то переместятся. Я не посмотрела, каков года клип. И... Давнишняя ли группа? Что мне кажется, как будто какие-то лица знакомые. Или мне кажется. Так, тихо. Ох, какая белая локация, аж в глаза ударила. Ничего, такой мальчик. Так, тихо. Что они там, ключи передают? Так, собак нету, да, как я понимаю, нет. Какой взгляд, такая лапочка, когда улыбается. Так, тихо. Волосы синие классные. Так, и костюм у него тоже зачетный. Вот и тачка какой-то. Ключи передают друг другу. Вот чего? Так, печать. А почему у этого мальчика повязка на глазу? Так, опять хреновая гора моих вопросов. Что происходит? Почему у него повязка на глазу? Я надеюсь, у него все в порядке с глазом. Такой спихнулся. Не повредило во время съемки клипа. Куртка классная у него. Так, расскажите мне, что с этим мальчиком. В срочном порядке. Почему у него завязан глаз? Так, рэперы пошли. А, ну да, вот эти все детали, которые у меня, внимание к которым, они решили всех показать сразу. Брошка проколота. Да, вот это я все замечаю. Всякую вот ерунду замечаю. Так, это что-то там какой-то голографический чувак, которому там втираешь свой рэп. Ну, читают хорошо, ребята. Ну, я так понимаю, они еще очень-очень молодая группа, да? Так, вот эти ящики. А, похоже, уже были в одном клипе другой группы. Или может просто... Блин, таких ящиков миллион везде всяких, чего ты несешь? Ух ты. Ничего себе. Ну давайте потанцуем еще в кожаных штанах, ты передо мной тут. Ты знал, куда встать, да, на какую позицию? Давай ты уйдешь куда-нибудь туда, позади. Выйдет кто-нибудь в менее кожаных штанах, пожалуйста, поближе. Ну, песня вроде неплохая. У них есть еще какие-то песни, чтобы точно оценить уже масштаб моей трагедии. Меня интересует этот мальчик, что с его глазом. Скажите мне, пожалуйста. Я переживать уже давно начала. Просто это... Простите. Тяжело говорить. Поэтому стараюсь. Так, темно. Что-то написано. Вот эти вот расцветки классные. И очень интересная локация. Это мальчик с брошкой просто. Это какой-то очень длинный клип, да? 4:57. Обычно клипы такие короткие, что я даже не успеваю вникнуть в суть. А тут прям... Я так понимаю, мне молодняк накидали, да? Буйра, Дивайн, Ален. Это молодые группы, скорее всего, да? Я надеюсь, вообще видео нормально записывают и меня слышно, потому что что-то я переживаю из-за наушников, из-за своего еле-еле шепчущего голоса. Очень сильно надо будет, кстати, сейчас заснимать, послушать, что я там наснимала. Так, этот ключ им открыл дорогу большой мир, да?
Они популярны в Казахстане или это... Так, ждите. Следующая заявка. Ален. Ален. А. И. О. Не. Все мои заявки сегодня получатся какие-то супер-мега грустные. Унылые, я бы сказала. Не ждите от меня какой-то веселухи. Тяжело болеть и записывать реакции. Но мне просто, честно, вообще сейчас нечем заняться из-за того, что я на больничном. Поэтому так. Ален Айон. Слушайте, что-то тут классная уже такая эвакуация, просто офигенная. Так, что там у нас? Так, я в кадре вообще. Угу. Куча пакетов. Я даже не хочу включать клип, потому что мне надо разглядеть, что там происходит. На пакетах что-то написано. На одном написано no. Блин, там очень много надписей. Так, ладно, погнали. Что я тут собралась читать? Ух ты. Что-то крутое, видимо, судя по музыке. О, такие же, как в прошлом клипе эти. Так, чувак улыбается, иди отсюда. Ты знал, чем меня брать, да? Рэпом решил. Да ты уже нормальный. Ух ты. Так, ей покажите мне мальчика лицо поближе. Опять вода, очень много воды. Так, блин, по-любому там пить холодрыга. Тут нас, наверное, не попадает. Так, какой-то сюжет, так понимаю, потому что очень много людей в кадре. Что-то происходит, значит. Так, мальчиков раз, два, три, четыре, пять, четыре. Четыре человека. Потому что все остальные девочки. Ух ты. Это так... Так, песня называлась I Want. I Want, угу. Поют. Девочки такие странные. Вообще ни к силу, ни к городу там. Я не говорю, что там плохие девочки, я просто имею в виду, что они одеты в такую странную одежду, не соответствующую парням. Как будто просто пришли такие, давайте мы с вами потанцуем, они такие, ну давайте. Блин, мне нравится бит, вообще классный. Мальчики, вот это же локация классная. Так, свет классно падает на него. Так, это вокалист, я так понимаю, да? Так. А это те же девочки, типа, уходи отсюда, чё, ничего, они там, одна смеется, что происходит? Блин, опять какой-то пар идет, это жидкий лед или что? Ой, сухой лед. Ты чё, пиджак на голое тело надел, да? Угу. Угу. Так. Вот этих мне в комментариях, как зовут, кто такие вообще. Чем живут, чем дышат. Инстаграм и всякую там фигню, как обычно, в общем. Вот особенно вот этого вот. И вот этого вот. Тебя я еще не поняла, какой ты. Потому что тебя очень... Как-то... Он вокалист или рэпер? Он вроде не читал недавно. Или он вокалист и рэпер? Или я уже потерялась с них? Девочки в таких простых одеждах, обычно танцоры хоть как-то... Может, я не думаю, что раз парни не одеты в супер там... Так, что-то все резко кончилось, я даже не успела сообразить ничего. 19-й год написано. В Алматы. А, ну хорошо, в общем, заявочку я сняла. Надеюсь, было не слишком скучно и уныло. А если что, тапочки в комментариях, вы же знаете. Но я болею, так что делайте скидку на мой возраст, на мое здоровье, на мое состояние. Там 7-Line пошел, ногте, помогите, помогите, помогите. Я никогда... Музыка заиграла тихо.